Так, внимание, боевая готовность! Какие эпитеты рождаются при взгляде на Миранду Присли, которую гениально сыграла Мэрил Стрип? Жесткая, властная, бессердечная, настоящая стерва. Но, возможно, вы ошибаетесь. Определить, черствый ли человек перед вами, на самом деле очень легко. Просто посмотрите на его руки. На подушечках пальцев есть особый знак, который отвечает за повышенную чувствительность. Его называют капли росы. Это небольшие, чуть заостренные уплотнения, похожие на капельки. Будьте уверены, их обладатели натуры нежные, утонченные, воспринимающие все близко к сердцу. Сухарями таких людей точно не назовешь. Напротив, они могут стараться выглядеть безразличными и неэмоциональными, но на самом деле в их душе бурлят нешуточные страсти. Кстати, знак капли росы чаще всего встречается у людей творческих профессий, да это и неудивительно. А вот найти его на руках политиков будет не так-то просто.